Здравствуйте, дорогие подписчики и уважаемые гости нашего сайта. Меня зовут Азат Диберликычев, и сейчас я расскажу вам о празднике, который отмечается именно сегодня во всем мире. 1 февраля мировое население празднует Международный день десерта. Я решил рассказать вам о нескольких фактах об этом празднике. Он носит неофициальный характер и распространяется в основном благодаря поклонникам и сети интернет. Очевидно, появление этой даты связано с популярностью десерта Cake Pop, созданного блогером и кондитером Энджи Дадли в 2008 году. Празднование Международного дня десерта зависит лишь от личных вкусов, свободного времени и фантазии. Местом для проведения конкурса могут послужить и социальные сети, где можно будет оценить приготовленные блюда, а также просто пообщаться на тему личных любимых десертов. Символами праздника являются конфета на палочке, торт и кусок пирога. Эмоджи праздника вы видите у себя на экране, а цвета – белый, шоколадный и розовый. Главным должно остаться то, что этот праздник не должен ограничиваться каким-либо одним блюдом, а мир должен увидеть разнообразие творческой деятельности всех кондитеров. Вот и все факты, которыми я хотел сегодня с вами поделиться. Следите за нашим сайтом и нашими каналами в соцсетях. До встречи!